Знаєте, що з 1 січня 2016 року почала діяти угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. І от хотілося б спитати учасників, наскільки ваші регіони, південні наші регіони, готові до нових умов, до нових угод, які рішення прийняті на місцевому рівні, чи достатні вони на місцевому рівні. Тому що це вічне перетягування канату, ви там наверху, а ви там внизу. І оце якось треба узгоджувати, тому що це обильна така мета. Центральні органи влади роблять свою справу і законодавчий орган України. Відповідно, і місцеві органи законодавчої виконавчої влади також приймають відповідні місцеві рішення, які повинні відповідати сучасним умовам. От хотілося б дізнати все ж таки, які рішення прийняті, в тому числі на Одещині, Миколаївщині, для того, щоб приготуватися до цих змін. І чи зможемо ми все ж таки поновити традиційні ринки, піти на нові ринки, які відкриваються, чи можуть бути відкриті. І наскільки інвестиції зможуть відновити і стати такою точкою зростання для південних, зокрема, регіонів. Ну, у нас по порядку зараз виступає народний депутат 5-6 скликання Дмитро Борисович Волошенков. Прошу, будь ласка. Уважаемые организаторы, члены президиума, уважаемые коллеги, я благодарю за возможность присутствовать и выступить на таком мероприятии, для того, что действительно, наверное, взаимоотношения, которые сложились между двумя областями, в данном случае здесь есть представители Николаевской области, они носят глубокую историю, и целый ряд есть совместных проектов, интересных, перспективных, которые, к сожалению, еще не реализованы, но я искренне верю в то, что настанет тот период времени, когда мы к ним вернемся. Я позволю себе коротко остановиться на текущей ситуации. Я думаю, что все собравшиеся здесь представляют себе абсолютно, что происходит сегодня в Украине, что сегодня происходит в экономике. И, в принципе, из докладов, которые были у тех людей, которые выступали передо мной, уже определенные аспекты были высвечены. Я думаю, что основным фактором сегодняшнего дня является то, что уровень привлеченных ресурсов сегодня в экономику Причерноморья, он низкий, если оценивать все годы независимости Украины. И инфраструктурные аспекты, о которых говорили сегодня уже выступающие, они, к сожалению, заставляют нас констатировать факт о том, что из-за отсутствия экономического анализа и экономических вкладов в амортизацию, мы фактически инфраструктуру отжали посуху. Сегодня, если говорить о дорожном покрытии, я думаю, что здесь большинство одесситов, мы не будем останавливаться на одесских дорогах, дороги Одесской области, дороги Николаевской области, особенно те пути, которые ведут из Кривого Рога, из Кировограда, они аналитиками оценены примерно к уровню национального бедствия. Но так было не всегда. Я думаю, что если говорить об инвестиционных проектах, действительно инвестиционных проектов, которые можно взять за основу, сегодня Одесская область является в хорошем смысле лидером для Украины. Потому что Одесский припортовый завод, который знают во всей стране, построенный из-за инвестиций Армандо Хаммера, он до сих пор остается, наверное, самым интересным проектом и самым качественным проектом, если оценивать количество вложенных ресурсов и количество той отдачи и объем, который он дает, даже с учетом того состояния, в которое его загнала сегодняшняя ситуация. Я думаю, что важным аспектом является и то, что мы не до конца, вот я оцениваю то, что я слышу из, скажем, центральных органов СМИ, из форумов, на которых я бываю, мы до конца для себя, наверное, не понимаем, что такое инвестиции. Оценивая действия, скажем, современного руководства на данный момент, я вижу, что мы находимся в стадии ожидания. Мы ждем, что нам предложат. То есть должен прийти кто-то и что-то предложить такое интересное для Украины, что позволит нам оздоровить нашу экономику. Нам никто ничего не предложит. Условия сегодняшнего рынка, они достаточно жестокие и агрессивные. В лучшем варианте могут купить за дешево то, что имеет гораздо большую ценность и стоимость. Поэтому мы должны очень четко для начала выстроить платформу, что мы предлагаем. А мы сегодня, представители двух областей, имеем уникальные, Богом дарованные возможности. За эти возможности сражались греки, Османская империя, Российская империя, это выход к морю, это транспортный потенциал,
Это то, что может быть сегодня предложено как представителям Востока, так и представителям Запада. Давайте говорить откровенно. Мы сегодня, как страна, которая что-то экспортирует, сегодня Украина во всем мире знает о двух продуктах. Это зерно, которое мы переваливаем, и подсолнечное масло. Металла уже нет. У нас нет переработки. Приезжающие сюда бизнесмены из других стран с удивлением смотрят на достаточно низкий уровень, практически экономика каменного века. Если мы могли бы перерабатывать это у себя и тем самым делать добавочную стоимость, мы продаем это за океан, а порой просто на соседний берег, там это перерабатывают и продают в 3-4 раза дороже. Проект большой и, наверное, самый главный, на котором бы я хотел остановиться, который мог бы оздоровить экономику Украины, экономику Одесской области, это проект строительства Черноморской окружной автомагистрали. Проект, который был рожден на заре независимости и до сих пор не имеет никакого продолжения. Несколько лет назад на сессии Одесского областного совета было принято обращение представителям кабинета министров, и мы просили вернуться к этому проекту или хотя бы, чтобы сегодня в кабинете министров нам показали конкретное лицо, которое отвечает за этот проект. К сожалению, это письмо ушло в никуда. Сегодня страны, которые, скажем, граничат с Украиной, и страны, которые находятся в акватории Черного моря, продвинулись достаточно далеко в этом вопросе. Здесь и Румыния, здесь и Болгария, здесь и Турция. В конечном итоге у нас на сегодняшний день нету даже этого проекта. А эта кольцевая дорога могла бы совершенно по-другому инвертировать сегодня экономические проекты. И она могла бы сегодня для нас стать следующим шагом. Сегодня национальные интересы, они идут гораздо выше. И они сегодня связаны с интересами уже геополитики. Соединение Черного моря и, скажем, строительство такой проект сегодня, который называется «Междуморье», с балтийскими странами, переход от асфальтных дорог к развитию железной дороги. Эти проекты, вот они должны носить характер, который рождается в регионе, который рождается путем вот таких встреч с общественностью, с бизнесом, и дальше переходит в импульс, который должно рождать государство. Вот я испытываю искренние надежды, что такие форумы, я хочу поблагодарить организаторов, они дадут возможность нам создать такие ключевые реперные точки, которые, может быть, разбудят интерес к развитию экономики Украины, а не к простой продаже тех ресурсов, которые у нас еще остались со времен Советского Союза, для руководства страны. И должны стать такой по-своему путевой картой. Потому что у нас есть и Запад, и Восток. Два полюса, которые имеют гораздо более высокое экономическое развитие, и которые одинаково с интересом смотрят на Украину. В одном случае нам предлагают использовать наше положение для транспортного потенциала, для трансфера грузов, это если мы говорим сегодня о Востоке, о Китае, о известном китайском шелковом пути. Запад может предложить свои возможности в качестве Европейского банка реконструкции и развития для того, чтобы профинансировать строительство Черноморской окружной дороги. Вот, я думаю, что следующий, и хочу высказать свое пожелание организаторам, что следующая такая встреча, хотелось бы, чтобы на ней еще присутствовали представители и европейских институций, и представители Востока, у нас достаточно сегодня большой интерес к Украине со стороны Китая. Вот, может быть, родив какой-то продукт сегодня важный, мы могли бы его правильно и красиво представить на рассмотрение тем партнерам, с которыми мы видим или планируем развитие инфраструктуры и получение тех долгожданных инвестиций, которые сегодня так необходимы для того, чтобы Украина смогла подняться с колен и перейти все-таки к развитию и к росту. Спасибо большое. У нас зараз слово надається дуже досвідченій людині, академіку суднобудування Ігорю Миколаївичу Авдієнко. Спасибо. Я думаю, сьогоднішній форум торгової економічності свідчить о действительно беспокойстве общества, ну, неудовлетворяющей нас темпов развития нашего государства. Я являюсь представителем производства. Так получилось, что я 11 лет возглавлял два самых крупных сельскохозяйственных предприятий Украины, безусловно, входящие. Это завод 61 коммунара, судостроительный завод, и Черноморский судостроительный завод. И поэтому волей-неволей приходилось и приходится вращаться
вокруг проблем экономики, производства, сбыта. Ситуация в наших регионах, безусловно, мягко выражаясь, требует отдельного рассмотрения, анализа и соответствующей оценки. Думаю, что результат этой оценки не может удовлетворять ни нас, ни государство в целом. Я являюсь представителем судостроительной отрасли, поэтому своим суждением буду опираться на возможности и проблемы в использовании этих возможностей судостроения. Вот я считаю, это общепризнано, судостроение – это та отрасль промышленности, когда одно рабочее место в судостроении стимулирует развитие от 5 до 10 рабочих мест в общем комплексе предприятий. Мы получили на средства крупнейшие в мире по своим техническим и техническим возможностям судостроительные предприятия. Все эти предприятия, конечно, имеют свои особенности, их следовало и следует учитывать и использовать. Но, к сожалению, за прошедшие годы, так сложилось в стране, и, наверное, это не столько вина предприятий или руководителей предприятий, сколько беда государства. Потому что условия для работы крупных судостроительных предприятий, которые могут обеспечивать крупные достижения страны, в целом поставлены такие условия, что ни одно из крупных судостроительных предприятий Украины, которые процветали, развивали, и в которых было десятки тысяч рабочих мест, практически они сегодня не работают в той степени, в которой следует ожидать и необходимо требовать. Я не буду анализировать причины произошедшего. Думаю, что не этого совещания задача. Но в результате, если тогда, когда мы переходили на новую систему экономического развития, к нам стояли покупатели в очереди, сегодня доверие руководству предприятия упало. Соответственно, упало и доверие к стране. Если говорить о рынках сбыта, вообще говоря, экономику страны по-крупному определяет производство и сбыт. Производство – это обеспечивает законы, организация предприятия и соответствующие специалисты, которые, к сожалению, мы в значительной степени сегодня потеряли. Сюда я бы привязал еще систему ценообразования. Если раньше наша промышленность судостроительная производила по качеству безусловно конкурируемые и конкурирующие продукцию, то сегодня мы упустили управление системой ценообразования и, соответственно, упустили управление сбытом нашей продукции. Если я не отношу себя к тем, которые сегодня считают, что надо какие-то ниши в мире искать и новые рынки сбыта, так случилось по работе, что мне в течение 10 лет регулярно надо было посещать Китайскую Народную Республику и, в частности, судостроительные, и не только судостроительные предприятия. Они были, как говорят, ниже плинтуса. Они были во всех отношениях, предприятия судостроительные у них были, достаточно или, будем говорить, много предприятий, но качество продукции было, безусловно, ниже, во всяком случае, Украины и Советского Союза вообще. Да и в мире оно не конкурировало ни с кем. Но государство взяло в руки систему ценообразования, первое. Государство взяло в руки систему управления качеством, второе. Сегодня для того, чтобы выйти, и в результате китайские предприятия, судостроительные предприятия, значительно уже опередили, в частности, украинские предприятия. Что определяет сбыт? Первое, цена.
Что сделали в Китае? Уменьшили продажную цену своих судов в два раза против мировых. И я был свидетелем, когда наши партнеры других стран, капиталистических стран, очень были недовольны качеством производства Китая, но цена в два раза ниже, безусловно, привлекала. И постепенно они смогли привлечь на свою сторону покупателей, постепенно увеличили объемы производства, одновременно занимаясь конкретно, ежедневно, ежегодно повышением качества продукции, вышли сегодня уже на мировой рынок, ну, достаточно убедительно. Второй вопрос. Качество сбываемого товара должно быть не ниже конкурентов. Третий вопрос. Гарантия сроков. Что государство, правительство взяло под контроль контракты международные и, в частности, выполнение этих контрактов. Наши партнеры за рубежом говорили, что очень тяжело подписывать контракты с китайцами. Очень трудно. Они такие неустойчивые. Но если контракт подписан, безусловно, будет исполнен. У нас в стране получилось так, что правительство заявляло, ну сейчас в меньшей степени все равно заявляет, что вы имели дело с конкретной фирмой, вы подписали конкретный контракт и вместе с ними отвечаете за контракт. Авторитет государства падает. И четвертое – это удобство и гарантия сервисного обслуживания. То есть, если фирма Бурмайстер Вайн, которая строила и продавала главные двигатели на крупные суда по всему миру, у них в любом порту был сервисный центр. Мы, когда продавали раньше даже, такой недостаток был, а сейчас тем более. О каком там сервисном обслуживании идти речь не может. Поэтому, если мы говорим об экономике, если мы говорим о производстве, которое в основе экономики стоит, надо понимать, что необходимо организовывать по всему миру точки сервисного обслуживания нашего, ну, результатом нашего производства. Что в этих условиях необходимо делать, на мой взгляд? Ну, во-первых, дорогу осиливает идущий. Если мы будем только собираться на форумы, обсуждать и ничего не делать, мы не победим в этой... Ну, тут конкурентной борьбы нету, а в этой жизни не победим. Конечно, надо разделить аспекты. Что на себя берет государственные структуры, начиная от администрации областей, вот в частности Одесской и Николаевской, и структуры на уровне кабинета министров. Потому что законы наши должны обеспечивать производство, законы наши должны гарантировать сотрудничество нашим партнерам. И вот в этой части, мне кажется, что обязательно в государстве должен быть координатор. Потому что если мы говорим о серьезном производстве, если мы говорим о больших предприятиях, будь это Одесский морской порт, будь это судостроительное предприятие, они спекуются на самом высоком уровне со всей государственной системой страны. А в этом случае должны иметь право и предприятия, и областная администрация, и зарубежные партнеры знать, куда обратиться, и кто координатор, какой координатор разрулит тот или иной вопрос. Вот этого нам всем не хватает, и мы из-за этого теряем, и самое главное, мы не движемся ни вперед, ни вверх. И в этой части я хотел бы еще отметить один момент. Это необходимо на уровне государства, неважно, государственное предприятие или частное предприятие, и оттуда в казну государства должны поступать деньги. А для этого надо проводить анализ работы предприятий,
И если это частное предприятие, одни рычаги управления, если это государственное предприятие, другие рычаги управления. Но интерес государства к работе предприятий должен быть безусловный и постоянный. Спасибо за внимание.